взять 10 минуток, выступить перед депутатами, рассказать о сложившейся общественно-политической ситуации в городе, о перспективе дальнейшего развития. Коротенько. Я предлагаю это дело прослушать вне повестки заседания совета. И, уважаемые коллеги, также перед началом совета, да, присаживайте. Также перед началом совета у нас есть обращение Федерации тайского бокса России. Человек идет на чемпионат мира по тайскому боксу. Хотелось бы тоже, чтобы вы выслушали его информации. Да. Буквально пару месяцев назад наш спортсмен отобрался на чемпионат мира по тайскому боксу. 15-летний Даниил Саев. В Екатеринбурге проходил чемпионат России. Он стал двукратным чемпионом России и отобрался на чемпионат мира, который пройдет в Бангкоке с 12 августа до 22 августа. То есть 10 дней он будет длиться. Вот, но, как обычно, у нас второй раз в год возникли проблемы. Наш клуб не имеет спонсоров финансирования, да, и отправить спортсмена оказался проблемой. Он в прошлом году также отобрался на чемпионат мира, который проходил в Малайзии. Спортсмен потенциальный очень, то есть опытный, и не получилось поехать в том году, опять же, по этой же причине. Ну, в принципе, все. Данилу 15 лет, он трехкратный чемпион России, трехкратный чемпион Московской области. Вот. Помимо него у нас также немало спортсменов, около 30 чемпионов Московской области, около 6 чемпионов России. Вот. Но в этот раз не хочется терять шанс по выступлению на чемпионате мира. Поэтому, ну так, на заметку, просто если вдруг какие-то предложения или какие-то есть возможности посодействовать этому. А что, в прошлом году он тоже отобрался, но мы не поехали, опять же, за счет финансирования. То есть, там по финансированию требовало 160 тысяч на человека. Вот, это с учетом проживания 10-дневного в Малайзии. Мы не поехали. В этом году по смете официально, которая представлена, там 147 тысяч на человека. Вот, но поехать нужно двоим, тренеру и спортсмену. И, соответственно, получается у нас в районе 300 тысяч. Спасибо.